Всем привет! С вами я, Аня, и канал Бублик Шоу. Сегодня покажу вам, как сделать классный необычный антистресс из обычной губки и воздушных шариков. Таким тостом вы точно удивите своих друзей. Для начала берем две губки. Можно одну большую и разрезать пополам. В упаковке губка очень напоминает антистресс-сквиш, поэтому немного поиграем. На губках слегка закругляем углы, как в настоящем тосте. По центру делаем надрезы. Внутри шире, снаружи намного меньше. Я использую канцелярский нож. Главное все делать очень аккуратно, чтобы не порезаться. Если вы все еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. У нас много классных суперских идей. Берем длинные тонкие шарики ярких радужных цветов и помещаем их вовнутрь, вот так, один за одним, в обе части антистресса. По традиции время приветов на Бублик Шоу. Хочешь привет? Скорее пиши свое имя в комментарии. Ребята, мы открыли новый канал для любителей страшилок, слаймов и лепки. Все шарики завязываем сначала по два, затем пары между собой. Главное, чтобы все было крепко и надежно. Должно получиться вот так. Лишнее по краю обрезаем. Маркером рисуем контур и добавляем глазки и улыбку. В результате мы получили антистресс-тост с секретиком. Также его можно назвать тянучка. Да еще и не просто антистресс, а и суперский тренажер для рук. Он очень классно пружинит. Если понравилась такая идея, не забудь поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Мне будет очень приятно. Всем отличного настроения. Пока-пока.